может тебе вот... Чуть должна нырять сейчас. Давай не полезем. Дай сломать машину, да? Почему? Ломать. По-моему, здесь никак. О, какие какой замечательный звук. Ой-ой-ой. Я думаю, дальше мы не поедем. По полю проехать. Я повис, клиренса не хотела, у меня колеса крутятся, но сижу плотно на позе. Здесь сейчас ребята подъедут, попробуют меня вытащить. Наст, вот я стою, то есть даже не проваливаюсь, настолько все плотно. Было у нас плюсовая температура и резко где-то сейчас минус 15. Ой, бля. Сейчас провалился. Ну вот так вот. Сейчас, короче, это не вас тоже засядет. Руки замерзли. Ну смотри, получилось нормально. Так, нас не раз выдернул. Пробуем сейчас тихонечку выехать. Поехали, разворачивайтесь. Я разворачиваюсь, ребят, за тобой еду. Подъезда раз не хватило. Не хватило. Но неплохо идем. Первая понижена. Ну вот, давай.
видите, насколько плотный снег. Вот и я также. Сейчас меня будем дергать. Жалко, ой, да что ты проваливаешься просто, просто проваливаешься. А дорогу пробить надо. Так, ну поджерик за Нивой тоже встрял. Тот не вострял. И поджерик стоял. У нас плотный, плотный наст. Куда деваться? Но выехать надо. Не можем выехать. Отлично. Вот он мой след. Как я ехал и где я уперся. Вот, смотрите, бугор и повис. А когда автомобиль висит, уже ничего нам не помогает. Ну что, сейчас ребята вот эти должны проехать. Хотя первый автомобиль у нас тоже подвис. Надо будет его сдергивать. Ну пускай дергает тебя. У нас на ней колесо переднее пустила, с чем связано непонятно, решили попробовать накачать или пробили, или, но непонятненько. Так, сейчас нам нужно выезжать, пытаемся или разворачиваться назад, нам надо ехать или что-то. Там интересно, да. Дальше дорога-то есть на выезд. Вроде посадка-то вон, трасса-то тоже. Ну все сели. Настолько плотно все. Не. Хочу пройти туда. Там вообще выезд-то есть у нас, нету. Ты ездишь, ездишь в Москве. Не, я понимаю. Вопрос, мы доедем до туда? Потому что туда вот я вправо встал и... Да, смотри, что-то там прям это, борозда такая жестко неплохая. Бля. Дергали этим тросом еще, нет? Да. Уже дергал? У тебя вес какой? 200 с чем-то. И это тоже, да? 200, да. Одинаково. Ну вот сейчас и посмотрим. Но шакал, я скажу, у тебя хиловатенький. Это у крокодила хватит. Так, ну что, посмотрим, как нашими динамическими тросами. Напомню, тросы динамические вяжет наш подписчик Александр. Да. Ну что? Опачки. Мягенько. Вот так вот, вот так вот. Вот, сейчас покажу. Видели, как тросами динамическими работают? И все, проблем нет. Ладно, будем разворачиваться, наверное, да? Ну что, мы все освободились. Сейчас на Ниве обод отогреваем, снег попал, видно, кинуло, воздух вышел. Сейчас обод греем, чтобы снег вышел. Опа. Ну и что? Горелка, греем обод, снег растает и резина плотно к ободу. Ну, вроде накачалось, да, немножко? Да. Ну, сейчас, конечно, уже не страшно ехать. Тем более с двумя блокировками на липучке.
без какого-либо напряга. Но скажу, что по такому снегу на первой повышенной автомобилю не хватает. Только на пониженной первая, вторая едет нормально. И межзимой заблокированный. В одном месте вообще повис на днище. Не хватило мне клиренса. А вот в этом месте как раз обратно. Ну все, уже здесь нормально. Здесь мы дергали меня. Блокировочки не пробуксовывает, зацеп идет на 4 колеса, все спокойно.